Всем привет, дорогие друзья, с вами Мастер Зона, и сегодня я хочу показать, как получить совершенно любую игру Steam. Также GTA 5 и Counter-Strike Global Offensive. Я их не покупал, я их просто взял и взломал их, да. Вот эти игры я их и не взламывал, они у меня были, я их купил. Ну, так показываю, как это сделать, и это, сразу говорю, это не обман. Нажимаем магазин. Сейчас загрузится, это у меня опять аккаунт Steam в телефон, хорошо. И пишем, какую игру вы хотите. Я хочу The Forest, которая стоит 349 рублей. Нажимаем, вот тут это все появилось. И вот тут нажимаем правой кнопкой мыши и скопировать адрес ссылки. Дальше вставляем вот этот адрес ссылки, нажимаем пуск, и вот тут, где найти программу, нажимаем вставить. И вот тут последние цифры, видите, вот эти цифры надо вводить. На всех играх есть в конце цифры. Дальше совсем выходим из этой, из Стима. Нажимаем программку, которую я сказал, запустить. Нажимаем... Нет, тут ничего не нажимаем. Тут нажимаем Browse. Дальше Pack Info. Ну не Pack Info, вы заходите в локальный диск, Game Files. И где у вас находится Steam вот этот. Ну, коренную папку Steam ищите. Сейчас я у себя найду. Вот Steam. И нажимаем Up Cache. Дальше нажимаем Pack Info вот этот. И тут вводим этот ID. Вот, я ввожу 242760. Вставляем Success Pages, нам написала, и нажимаем ОК. Все, вот так, заходим в Steam. Я еще одним попробую, мне один мой друг сказал ввести 731, и я это попробую. Так, быстро вводим пароль, но вы этот пароль не узнаете, конечно. Так, подключение аккаунта Steam. И у нас тут должна появиться The Forest, по идее. А, вот все появилось, вот, дорогие друзья. Вот The Forest. Все работает, вот как вы видите, я ничего не покупал, все работает. Все, это выключаем Steam опять. Но это я выключаю и хочу вам показать еще кое-что. Заходим в эту же программку. Запустить. Опять вот этот pack.info.vdf и вставляем ID 131. Нажимаем patch, success, все. Заходим опять в Steam. Программку я выложу в описании, друзья. Я им... Вот это все будет хорошо, если вот у вас будет куча игр, вот просто куча. Но 2, The Forest, Counter-Strike. Не, 731, по-моему, ничего не добавилось. Ну, давайте попробуем, какую игру. The Shakers, какую игру добавим? Он с нами сейчас. Врубай микро. Ну, какую игру ты хотел бы? Самая дорогая игра в этом. Давай, какую игру? Давай Portal. Portal 2, вот попробуем. Ну, окей, я спалю его скайп опять. Плюс. Начать. Вот, также нажимаем, скопировать адрес ссылки. Потом вставляем сюда. Вот, ID 620, но это я запомнил. И давай... Дота 2. Не, она бесплатная, фу. Арма сколько стоит? Во, арма 3, 1999 рублей. Вот, нажимаем, также берем, скопировать адрес ссылки. Вставляем, и нифига себе айдишник. Все, это мы выключаем, как я и говорил. Выключаем. Заходим в прогу. Запустить. Так. Брос.
PageInfo, IP, Page. И как раз я попробую еще 620. Сразу вот их скачу. Все вот так вот. Захожу в Steam. Вот такая программка, дорогие друзья. The Shaco свел какие-то цифры, и у него все игры разом добавились, кроме Counter-Strike. Да какие цифры ввел? Ну, какие? Так, подключение аккаунта, Steam, зона, мастер-ин. Это мой настоящий аккаунт, естественно, ладно. Так, заходим, грузить. У меня на канале скоро будет конкурс, дорогие друзья. Конкурс на GTA 5. Ну, это аккаунт Steam с GTA 5, с всякими играми. Counter-Strike. Воу. Ладно, подключение аккаунта Steam, зона мастер. Он как-то долговато. Это, наверное, это из-за тебя. Ой, какая-то загрузка. А, все. Вот, как вы видите, добавился Portal 2. Вот, Portal 2. И Arma 3 добавились, все, вот. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи, всем пока.